мир будет постукраинским, и в рамках него государства будут требовать уважения к собственным интересам в сфере безопасности. И Турция, по сути, бросает вызов и всей системе международных отношений, и, в частности, одному из элементов, таких устаревающих, я бы сказал, элементов в виде НАТО. По сути, Россия сегодня демилитаризует Североатлантический альянс. На сегодняшний день мы пытаемся вести диалог из Турции с Ираном, не прибегая к методам насилия.